Здравствуйте, уважаемые поклонники российского футбола, уважаемые поклонники лучшей лиги мира. Мы начинаем прямую трансляцию с берегов Черного моря. Город Новороссийск. Это Мелбет, первая лига, 15-й тур. Один из интереснейших матчей этого тура мы сегодня посмотрим уже через несколько минут. Новороссийский черноморец принимает нижнекамский «Нефтехимик», команды, которые располагаются на 5-й и на 7-й строчке турнирной таблицы, соответственно, по итогам 14 игровых туров. Начинается матч. По картинке справа «Нефтехимик» в темных комплектах формы. И сразу же проникающая передача вперед. Саид Алиев борется с Виталием Снежко. Чаров. Василий Чаров. Еще один заброс. И дальше скидка. Удар Романа Акбашева. Удар от ворот. Это было уже опасно. Это уже было близко. 37-я минута. Тостопянов. Ему ошибаться было нельзя. И здесь Василий Чаров. Максим Петров. У него тоже очень хороший удар. Ну что, друзья, 42-я минута. Первый удар створ. Оживили зрители. Максим Петров пробил. Надежен Данил Фролкин. Не самый сложный удар в его вратарской карьере. Продолжается атака черноморца. Мусалов. Гамет Мусалов. Еще момент. Подача, и едва-едва Мераби Уриди не забивает своей бывшей команде. Так вот, Мусалов и Магомедов друг друга очень тепло приветствовали. В итоге подача, которая едва-едва за шиворот не прилетела Фролкину. Но на самом деле Данил все контролировал и перевел мяч за лицевую линию. Не стал выдумывать угловой. Вперед Новорос. Болельщики очень хорошо поддерживают команду. Джамилов. Проникающая передача Магомедов. Вот он момент. Атака продолжается. Эдуард Валиахметов. Но уже не так опасно. Кахидзе. Снова Валиахметов. Есть подача. И вот сейчас убивает мяч Иван Енин. Морозов. Рашид Магомедов. И здесь отбор. Гурченко. Обыграл Сидикова. И сам идет дальше. Удар. Выше ворот. Мяч пролетает. Данил Гурченко на себя взял в этом эпизоде. И обыграл Марата Сиддикова. А дальше выцеливал ближнюю 9. Ворота не попал. Но это смотрелось эффектно. Магомед Мусалов. Передача в касание. Тостопятов. Но его опережает Мераби Уриди. И дальше в штрафную. Отбивает мяч Янович. А добивания не будет. Помогают защитники. Атака продолжается. Олег Ланин. Замена, которая в итоге на игру команды повлияла. Алиев так за мяч не цеплялся. Петров получает передачу от Джамилова. И дальше сам идет Максим Петров. Удар. И в ближний угол мяч летит. Не самый сложный. Хотя по такой погоде, по мокрому газону, со скоком от него. Такие удары таят в себе грозу. Но вот сместиться бы еще правее. Но мы видим здесь и Ланин, и Фищенко. Поэтому вот такой удар. Уважаемые друзья, сегодня рыска на нашем стадионе звучит в память легенды Морозов. Номер 6 черноморца Льва Николаевича Майорова. Лев Майоров. Вот и все. Ну вот примерно на отметке 100 минут Юрий Карпов дает финальный свисток.